Люди обратились в ремонт с прогулочной коляской, купленной где-то. Значит, какая проблема? Коляска вся ходит ходуном. То есть полностью разболтана, невозможно ездить, вот как кисель. Вот, сейчас буду смотреть, что там в раме. Я уже увидел, что здесь вырвано пару клепок, разболтано. В общем, надо будет сейчас смотреть. Вот здесь видно, вот повылетали тут уже соединения. Остальное, что осталось, оно разболтано. И с этой стороны такая же точно ситуация вот здесь. Вот пришлось высверлить внутреннюю клепку, которая держит эту вот часть. Сейчас с обратной стороны то же самое надо сделать. Высверливаем внутреннюю клепку. Аккуратненько. Так, ну вторую тоже высверлил. Будем смотреть дальше. Так, вот клепка высверлена. Вот открываем это соединение. И видно, что здесь, конечно, отверстие уже разбито. Вот. По-хорошему бы рядом нужно просверлить. Вот здесь отдельно отверстие насквозь. И вставить клепку новую. Или как временную меру поставить сюда. Вот здесь. Но все-таки... очень большой люфт может быть. Сейчас попробуем затянуть. Так, вот удалось установить и хорошо подтянуть все это место. Так, блоки передних колес расшатаны, конечно, капитально. И здесь, и здесь. И вот здесь нету вот крепежа корзинки вот этой части. И с этой стороны корзины тоже вот отсутствуют крепежи. Их нету, надо новые делать. Так, прокрепил здесь корзину. Вот так по контуру. Теперь держаться хотя бы будет нормально. Задние колеса, у них тоже здесь очень сильно большой люфт. Но это, скажем так, недоработка. Это надо доводить до ума просто конструкцию. Сейчас я этим займусь. Коляска отремонтирована и отдана владельцам.